И сегодня стало известно, что белорусская певица Зена выйдет на сцену Евровидения в первом полуфинале под номером 8. О порядке выступлений конкурсантов сообщили организаторы конкурса. Как и в прошлые годы, его определяли продюсеры песенного форума, что позволяет сделать шоу более эффектным с точки зрения режиссуры. Вместе с Зеной за выход в финал сразятся эпатажные рокеры из Исландии и австралийская певица в образе Плавлагуны. Напомню, полуфиналы Евровидения в Тель-Авиве состоятся 14 и 16 мая, финал 18 мая. Прямую трансляцию традиционно будут вести телеканалы «Беларусь-1» и спутниковый «Беларусь-24». За победу в шоу сразятся представители 41 страны.